Всем доброе-доброе утро. Добро пожаловать в новый влог, в наш день сурка. Я проснулась в 6, потому что ко мне пришла Вика. Потом я проснулась в 8 окончательно сама. Короче, я, девочки, вообще обоспалась. Кажется, я 10 часов спала. Вчера у меня не получилось отредактировать картинку. YouTube не взял мою картинку. И сегодня утром вышло видео без обложки. Так, а с утра я чем развлеклась? Так, ну пойдемте, я знаю много новеньких на канале, поэтому показываю все, рассказываю. А тут мы живем, это наша трешка, это коляска Вики, она уже завела маленького ребенка. Вике 3 года, но все бывает иногда слишком быстро, раньше, чем мы хотим. Дети сами полностью переодеваются у меня, я в этом не участвую. Дети до сих пор не в садике. Так, чайник, помолчи. Мы с соплями, и вот так утром я решила развлечься. Я заказала самокате. Это доставка за 15 минут. Это самое главное в жизни, что она за 15 минут. Я заказала зелень. Вот. Базилик. Платьишко. Платьишко. А где моё вчерашнее? А вчерашнее платьишко нёс... Данечка из ванны в комнату. Куда донес, спроси его. Это уж я не знаю. Очень ароматный базилик. Петрушечка для супа у меня. Базилик я обожаю. Откуда он пахнет? Он же запечатанный. Вот прям стою рядом. Обалденные листики. Вот. Ну, Марселя я не прошу покупать такое. Я знаю, что он к этому плохо относится. Вот, и заказала я вот такой вот в самокате салат. У них нету в качнах. Ну, еще и лучше. Не часто я так балуюсь. Собственно, все это было ради батона на завтрак. И попались мне на глаза там по акции шампиньоны. Я ни разу в жизни не покупала шампиньоны. И хочу попробовать сегодня. Посмотрела рецепты. Их жарят, их запекают, что угодно с ними делают. Вот. Суть в том, что у нас нет мясного блюда сегодня. А после последнего раза папа не приезжал уже где-то 2 дня, потому что последний раз мы очень плохо с ним разошлись на педагогическую тему. Вот. И он, видать, осерчал и не приезжал. Холодильник пустеет в это время. Мы реально просто сидим дома и кушаем. Вот. А, кстати, вот, можно же сделать бутерброд с рыбкой. Очень я плохо соображаю, что приготовить, девчонки, потому что руки болят, ничего мне не приготовить. Смотрите, вот тут такая движуха началась теперь каждый вечер. Ну, сейчас, ой, каждое утро. Сейчас без 15:09 уже прошла основная движуха. Короче, тут 8:30, все идут вот по этой вот дорожечке, вот так вот идут. Переходят дорогу, и там открылась новая школа на Парнасе. Сейчас просто мы видим у автобуса людей, а то прямо... То есть прямо идет толпа из вот этого угла, откуда сейчас вывернул автобус, прямо тьма школьников с родителями. Никогда такого не было, мы тут 4 года в этом доме живем. А вот теперь из-за школы прямо... И вот из этих домиков прям видно, видно, так идут, идут, идут. Вот. Ну, а там, кстати, по-моему, вид мне полностью будет закрыт, потому что котлован огромнейший. Это не 2 маленьких котлована, а огромный котлован. И похоже, что вот этот отрезок када я потеряю. Но вы не понимаете моей печали, почему. Потому что это красота, и ночью очень-очень замечательно. Там едут машинки. Будет мне видно только вот туда. Где лампа сейчас отсвечивает, вот. Туда будет видно, влево. Так, ну что, вот мы с вами поболтали. С утра дальше сыпятся сообщения из садика, из младшей. Папа, помогите, папа. Да, но без одежды нельзя в камеру влезать. Помогу сейчас. Просит вывернуть платье. В 3 года Вика полностью одевается сама. Вчера я узнала, что не все так делают, поэтому хвастаюсь. И носочки, и трусики, и колготочки. Но колготочки только в садике. А дома, конечно, она не умеет колготочки. Ну ладно, будем развлекаться. Что будет интересно, обязательно вам покажу. Ну вот такой у нас будет завтрак. Это наш вчерашний и позавчерашний ужин.
лапша ролтон, которая готовится 3 минутки с фаршем. И тут остатки капусты тушеной. Поскольку папа не приезжал, мы с таким объемом сами не справились, конечно. И сейчас уже все очень хотят кушать, поэтому новое готовить не буду. Сама переоделась? Молодец, умничка. Еще носочки, да? Я рано хвастаюсь. Ну что, покажешь, как носочки надеваешь? Может, какая-нибудь девочка посмотрит и тоже захочет надевать носочки, как ты. Да? Давай, учи. Вика учит надевать носочки. Я, честно, сама никогда не видела, как она это делает. Так, так. Ну, это пятка. Да, так бывает. Пятка, поворачивай. Давай, давай, старайся. Молодец, молодец, молодец. Молодец, молодец. Ну, почти, почти. Умничка, почти. Чуть-чуть на пальчиках поправь, пожалуйста. Мастер-класс от Виктории Марселевны по надеванию носочков. Перекручено, чуть-чуть перекручено, по-моему. Очень длинная ты надела носок. Ну вот, я тебе помогла. Я не хотела помогать. Подтяни теперь вверх вот это. Окей. Это у тебя гольфы, оказывается. Да. Давай второй одевай. О, ну ты вообще. Сейчас ты из них, по-моему, колготки сделаешь. Шучу, шучу. Шучу. Оставь вот так, чтобы без складочек было. Так, у меня завтрак. Вы видите, у меня прижились те тапочки, которые из аквапарка. Так, ну что, у девочки получается? Вообще молодец. Все супер. Дай 5. Только тихонько. Я боюсь ваших 5. Тихонько. Молодец. Я помыла салат, и что я сейчас вспомнила? Я сейчас вспомнила, что когда мы с Тёмой были во Франции, нас встречала такая афроамериканка, такая роскошная, я бы сказала. И вот такой салат, вот так он был нарезан, а сейчас я уже думаю, может, она его и купила, был поставлен в огромной миске на столе. И она сказала, что она приготовила для нас салат. Он не был ничем заправлен, просто листья салата. Так кушают в Европе. Вот я сейчас подумала, у нас салат. На самом деле для меня это, конечно, не салат, просто листики. Тёма их не любит, Даня любит. Надо есть зеленое. Надо. Вот. Сейчас базилик добавлю. Ну, раз уж я вспомнила про ту гостеприимную афроамериканку, то я вам хочу еще сказать, что она приготовила к нашему приезду пирог. Она так и сказала. Ну, вы знаете, да, что в Европе мало готовят. Она сказала, вы мои гости, пока уж серфим, вы все равно мои гости. И я должна вас угощать. Поэтому я приготовила пирог. Что вы думаете, это было за пирог? Это было вкусно, но... А то, что вы подумали сейчас, русские люди, слово пирог, это нечто другое. Она сделала огромный омлет в духовке. И посыпала его нарезанным беконом, нарезанный на мелкие-примелкие кубички, где-то по полсантиметра или меньше. Вот такой вот пирог она нам испекла, девочки. А мы тут, ну мы стараемся, да, стараемся, что-то готовим. Вот так вот. Так, ну что, базилик, не знаю, будут они есть или нет. Я точно буду. Так, все, у нас завтрак. Но в результате у нас еще бутерброды. Не подумайте, что у нас 3 капли еды. И сегодня мы балуемся красной рыбкой. Вика, балуется Даня. Мясо, да? Настоящий мужчина. Хмурый.
Улыбнись, детка. У тебя мясо вкусное было. Тёмин. Надо запить. Тёму ждёт бутер. Надо попить. Надо да, попить. Я уже всё съела. Очень-очень вкусно. Прям вообще. 100 лет не ели красной рыбы. Ма. А теперь короткие. Ма. Ма. Ми. Му. Мы. Ма. Хорошо. И по аналогии с ма мы переходим к па. Давай, помнишь, вчера читали? Короткие сразу же. У тебя есть на телефоне игры. Чего это ты про игры вспомнила? Давай. Когда-то ты мне включала игры. Ну и что же? Па. Па. Пу. Пи. Пы. Не пы. Неправильно. П. Молодец! Вот теперь правильно. Так, это, конечно же, Олеся Жукова. Ну. Нет, буру. Буру. Ну. Ду. Булондоку. Угу. А бурундук где? Во. Вот, кто-то из этих, не знаю, кто там бурундук. Смотри, я и не знаю. Так, следующая строчка, пожалуйста, не отвлекайся. Давай. В д, луг бе зит к ним д до дро дло за с, ща друзяся. Я дрожащая. Мы с ха. Отлично. Так, из одной пачки Пискаревского получилось у нас 4 огромных сырника. И одно яйцо, и много-много муки. Так, все. Пьем чаек. Потому что никакого обеда пока что нету. Но ничего, отрежь второй. Ничего страшного. Учись, пили, пили. Туда-сюда. Как пилой. Бедные дети. Мама сегодня не может отрезать кусок мяса. Так, молодец, молодец, молодец. Давай, 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 давай. Пили, туда-сюда, вперед-назад. Не дави, пили. Пили. Yes. Добыл себе мамонта. Еще чуть-чуть. О, супер. И тост сам сделал, да? Все, доволен? Молодец. Ну, вытри или... Вот-вот, смотри, у меня есть беленькое. Ой, какой он толстый-то. Кто? Тост, но он захотел такой кусок хлеба. Сырники Данечка у нас не кушает. Ну, ладно. Нам больше достанется. Молодец. Вкусно хоть? Ну ура. Отлично. Ну что, вкусный компотик? Кошечки довольны ваши? Ну хорошо. Было довольно трудно их почистить. Это эксперимент. Посолила. Положила маслице. Сейчас поперчу. Так, в общем, у меня будет обед и ужин из одной упаковки курочки. Кубики филе грудки. Вот так у меня сейчас все это выглядит. Ну, грибы тоже еще будут. Дети постоянно отвлекают. Забываю, что мне куда положить. Это щи будут. Без картошки. Картошки нету. Ну, ничего, мы прорвемся, правда же? Прорвемся. Все будет хорошо. А тем временем я нашла помидорки черри, добавила 2 малюсенькие помидорки и сильно их порезала. Картошки нет, но будет и так довольно забавно. Вот эти ветки я выну, они для запаха. Вот такой у нас, такие щи, хотела сказать борщ. А, кстати, у меня же есть свеклина, ё-моё. Может, я свеклину добавлю, точно.
Так, а в это время у меня здесь вот что творится. Сыр засыпала. Вот. И лук засыпала. Та-дам! Свекла вареная. Просто спасла меня. Одна огромная свеклина. Теперь это борщ. Абсолютно диетический. Совершенно ни одной жириночки в нем нету. Вот. Ну, надеюсь, сметана облагородит его. Так, тут у меня все кипит. А тут такой запах. Сейчас будем кушать уже. Посыплю сверху петрушечкой. Вот. Почти что прибрала даже. Молодец, Анечка. Не забудьте поставить лайк. Ну вот, у нас так приготовились шампиньоны, но они очень уменьшились. Очень их мало у нас. Давайте снимаю свое новое блюдо. Закуска. Считайте, что это закуска. У Дани нет закуски, но у тебя есть булка, да. Это хорошо. Правда? Тёма схватил. Тёма схватил. Даня схватил. Все схватили. Так, в общем, у меня будет обед и ужин из одной упаковки курочки. Кубики филе грудки. Вот так у меня сейчас все это выглядит. Ну, грибы тоже еще будут. Дети постоянно отвлекают. Забываю, что мне куда положить. Это щи будут. Без картошки. Картошки нету. Ну, ничего, мы прорвемся, правда же? Прорвемся. Все будет хорошо. А тем временем я нашла помидорки черри, добавила две малюсенькие помидорки и сильно их порезала. Картошки нет, но будет и так довольно забавно. Вот эти ветки я выну, они для запаха. Вот такой у нас, такие щи, хотела сказать борщ. А, кстати, у меня же есть свеклина, ё-моё. Может, я свеклину добавлю, точно. Так, а в это время у меня здесь вот что творится. Сыр засыпала. Вот. И лук засыпал. Та-дам! Свекла вареная. Просто спасла меня. Одна огромная свеклина. Теперь это борщ. Абсолютно диетический. Совершенно ни одной жириночки в нем нету. Вот. Ну, надеюсь, сметана облагородит его. Так, тут у меня все кипит, а тут такой запах. Сейчас будем кушать уже. Посыплю сверху петрушечкой. Вот. Почти что прибрала даже. Молодец, Анечка. Не забудьте поставить лайк. Ну вот, у нас так приготовились шампиньоны, но они очень уменьшились. Очень их мало у нас. Давайте снимаю свое новое блюдо. Закуска. Считайте, что это закуска. У Дани нет закуски, но у тебя есть булка, да. Это хорошо. Правда? Тёма схватил. Даня схватил. Все схватили. Ну что, день сурка продолжается. Мы объелись, просто вообще объелись. И грибы, и борщ — это много для нас. Мы так не при... А вот и готова курочка. Немножко сверху положила сливочного масла, и сыра прям капля-капля оставалась. Вот, опять у меня шуршит чайник, потому что я с вами болтаю, когда жду налить себе чай. Дети удалились, напоила их этими, у Дани сопли по-прежнему есть. Ну, а Тит, надеюсь, уже проходит. Слушайте, у меня столько посуды. Это, конечно, неинтересный влог, я понимаю, но это просто такая нереальная рутина, когда дети дома. И это слово «рутина» я не люблю. Просто бесконечная еда и мытье, ну не мытье посуды, у меня нет горячей воды, поэтому накопление посуды, я бы сказала. Положила петрушечки, стало красиво. Так, что у вас тут? Все, сюда нельзя, дальше. А посмотреть можно? Дальше у нас зона. Ага, ну расскажи, что это, я не захожу. Кресло Дум. Это кресло Дум. А что, разговаривать не умеет принцесса твоя? Чего? Я маленькая принцесса. Нет, ты кошка.
Но она хорошо там думает на креслодуме? Нет! Все, выходить. Я в кресле думаю. Они построили креслодум. И она закрыта. Я больше не могу. Hello. Ты будешь фоткать? Все, да. Дальше наша зона. Только мне надо перевернуть. Ребеночек ждет меня уже 3 часа. Ну пошли сфоткаем. Все, в тот туалет мне не попасть. Пустите меня куда-нибудь хоть. Вот куда-нибудь. Всё. А нас это когда мы будем капать? Только тебя смотри-ка. Только тебя скоро. Сколько мы домашние, мы очень много читаем. И сейчас мы стали читать эту книжку. И оказалось, что она у нас почти вся прочитана. Оставалось дочитать буквально пару рассказов. Я хочу быть очень красивой. Советую. Очень хорошая книжка. А королева кто мне дает? Кто? Ага. И пом. Кто мне королева? Корону. Сейчас я сделаю. Корону. Так, королева, покажись. Королева, да господи, где ты, кошечка? И... Я большая не кошка, а королева. Вот эту? Ой. Ну давай, давай, давно такие не читали, давай. Дуганя видится мне целый день надуваться. Да. Изобретение. Что здесь? Складная шарбаба. Складная шарбаба? Прикольно. Покажите ее нам. Получше. Складная. Вот. Складная шарбаба. Оп. Если кто не знает, шарбаба — это штука для разрушения домов. Так, и завершающим аккордом у нас будет запеченные овощи с курицей. Совсем маленькая у меня порция. Что-то там ему дал. Компотик остатки. У нас с Тёмой с базиликом. Овощи, это круто сказано. Несколько листиков капусты. Без этих листиков. Я хочу обычный чай. Хорошо, обычный чай. Вот на донышке было и на один раз... Разложили кабачковая икра, черри. Мама, что там, мама, компотик мама, надо еще? Мама. Ну скажи. Забыла. Да тебе просто перебить надо. Сегодня день падающего лего дупла. У меня вся голова в звуках падающего лего. Мама, сказать. Даня вообще молодец, супер. Я хочу так, пить. Даня руку поднял. Даня говорит. Мам, я хочу пить чай. Сейчас будешь пить. Мы тренируемся говорить я хочу по очереди. Пить чай. Молодец. Подняла руку. Все будут пить чай. Всех люблю, всех целую. Пожелайте нам выжить в режиме дня сурка. Завтра выйдем из дома. Пока-пока. Дядя!